Так, МЛС, всем физкульт, привет. Я наконец-то, наконец-то вернулся в зал, потому что после Карелии, после болезни у меня такая была слабость каждый день, что это просто трэш вообще. Я еле доживал до вечера, еле с утра вставал, поэтому это типа такой отходос после болезни. Но с сегодняшнего дня уже я в зале на тренировках, Степочка болеет, к сожалению, пока еще, но скоро тоже присоединится. Так что всем спорт, готовимся к сезону по всем фронтам. А, вот что я хотел, хотел сказать вам. Я сегодня вам сделаю пост такой, что вы вообще офигеете. То есть пятница, февраль, вы такие, да ладно, что такого, блин. Да сделаю так, что вы такие, типа, да ладно, серьезно, что, нифига себе. Поэтому ждите, приеду на работу, сделаю.